Церковь предлагает нам взор свой обратить на крест. Мы приносим за крест, поклонение кресту. То есть нам показывает, через что мы получили спасение. Это оружие нашей победы над грехом. Крест – хранитель всей вселенной, из беседы святителя Иоанна Златоуста. Крест – уничтожение вражды. Он охрана мира. Он стал для нас сокровищем бесчисленных благ. Благодаря кресту мы уже не блуждаем в пустыне, потому что познали истинный путь. Уже не обитаем вне царства, потому что нашли дверь. Не боимся огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Благодаря кресту мы уже не вдовствуем, потому что получили жениха. Не боимся волков, потому что имеем доброго пастыря. Я им говорит, пастырь добрый, Иоанна 10 глава. Благодаря кресту мы не трепещем пред тираном, и потому что находимся около царя. Вот почему мы и празднуем, совершая память креста. Так повелел праздновать ради креста и Павел. Посему, говорит, станем праздновать не со старой закваской, но с опресноками чистоты и истины. 1 Коринфянам 5 глава. Затем, указывая причину, присовокупил, что Пасха наша Христос заклан за нас. Видишь, каким образом повелевает Он праздновать ради креста. На кресте Христос заклан за нас. А где жертва, там уничтожение грехов, там примирение с Господом, там праздник и радость. Пасха наша Христос заклан за нас. Где, скажи мне, заклан за нас? На высоте помоста. Необычен жертвенник этой жертвы, потому что и жертва необычайная и небывалая. В самом деле, один и тот же был и жертвой, и священником. Жертвой его плотью, а священником – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью. Послушай, как изъяснял то и другое Павел. «Ибо всякий первосвященник, – говорит он, – из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, а потому нужно было, чтобы и сей прежде имел, что принести». Евреям 5 глава. Вот сам он приносит себя, а в другом месте говорит, что так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих для ожидающих его воспасения. Евреям 9 глава. Здесь он принесен, там принес себя. Аминь. Аминь.